Приветствую вас, дорогие зрители! Чтобы не пропускать горячие новости, советую подписаться на канал и включить колокольчик. Алла Пугачева нашла работу на израильском телевидении, пишут 7 дней. По информации издания «Примадонне» предложили вести авторскую передачу «За хорошее вознаграждение». Также СМИ выяснили, что Пугачева начала обживаться в Израиле и явно не собирается возвращаться в деревню Грязь. За месяц, проведенный на вилле в Кесарии, народная артистка занялась оформлением израильского гражданства и стала подыскивать местную школу для близнецов Лизы и Гарри. Впрочем, в переезд Пугачевой верит не все. Шоумен Лев Тодуа в комментарии Blitz заявил, что работать Примадонна точно не собирается. Это какой-то бред. Алла Борисовна точно ничего вести не будет. Ей это не надо, она занимается своими детьми. И у Макса Галкина все хорошо в России. Это очередная утка СМИ, отрезал Тодуа. Напомним, что Пугачева и ее супруг Максим Галкин и их дети улетели в Израиль около месяца назад. По словам Пугачевой, она отправилась на плановое лечение и в будущем собирается вернуться обратно в Россию. Оцените качество новостей лайком или дизлайком, а также напишите комментарий. До встречи!